Уссурийские зрители еще не понимают всего того счастья, которое свалилось на их головы. Последние образцы мировой рекламы до них успели посмотреть только в Москве. Презентация прошла 17 марта перед лучшими российскими рекламными агентствами. В Уссурийске это не просто показ видеороликов, это первая в своем роде светская вечеринка. Коллекция мировых рекламных роликов достаточно носит такой юмористический оттенок, позитивный, поднимает настроение. И вся развлекательная программа построена на том, чтобы вообще люди, пришедшие сюда, отдохнули и посмеялись. А теперь подробнее. Пока еще пустая сцена. В фойе молодежного центра «Горизонт» известные компании «Уссурийска» готовят свои презентационные места. В программе дегустация кондитерских изделий от сети магазинов «Спутник», напитки компании «Арон», пицца от «Вилла Пиццы», колбаса от мясокомбината «Лесозаводский». В половине десятого вечера раздаются заветные слова. Запускаем. Первые зрители не скрывают, пришли пораньше за обещанными подарками. 200 человек стали обладателями сувенирных флеш-карт и часов. Сегодня каждый из вас увидит лучшую мировую рекламу, которая называется MBC-шоу. Друзья, это все будет у нас проходить, естественно, там, в зале. Здесь также и в зале мы будем рассыгрывать всевозможные подарки от наших спонсоров. Дуэт «Мама Африка», жители жаркой африканской страны Конго в России ради карьеры. В Владивостоке чернокожие студенты получают профессию журналиста. Это для дела. А для души и для билетов через континент на каникулы зарабатывают музыкой. На вопрос, где научились играть на барабанах, обиженно отвечают. Куда мы учились играть или петь, это вообще, мы же, вы сами понимаете, мы африканские. Надеюсь я, что это вопрос вообще все ясно. Как бы из детства у нас такой талант. И у гостей тоже открываются неожиданные таланты. Некоторые ради шоколадного медведя начали сочинять стихи. Спутник, спутник, спутник плюс. Я калорий не боюсь. Калорий в этот вечер, вернее ночь, никто не боялся. Сотрудники компании «Арон» дважды ездили в офис, чтобы заставить напитками быстро пустеющие столы. Больше пробовали коктейли. Коктейли разного вида. Есть, а коктейли у нас сделаны на пивной основе, очень вкусные. Как бы пробовали вот твинга, руда пробовали, и лимонады пробовали. В перерывах между показами зрители участвовали в конкурсах. Так «Розовая пантера» подарила кольцо с бриллиантом первой девушке, которой оно стало впору. Нашли обладатели ноутбук и пылесос. Конечно же, уссурийцам не нужно было напоминать о дегустации. Больше популярностью пользовалась окорочка из курицы и мясо индейки. Самое большее, то, что понравилось уссурийцам. Стоимость производства одного такого фильма критики оценивают 100 тысяч фунтов. Хотя есть реклама, снятая, как выражаются специалисты, на идеи. Именно замыслу должно отводиться главное место. И не важен бюджет, снять рекламу, которая поразит каждого и заставит задуматься, можно и в Уссурийске. Наиболее явно, конечно, проявляет себя на смешных роликах, роликах, в которых юмор. Наиболее заметна яркая такая взрывная реакция. Хотя часто после показа люди обсуждают не только такие ролики, а те, которые заронили какую-то мысль. То есть бывает, что реакция зала на одних роликах очень явная, а обсуждаются иногда другие, не те, над которыми смеялись. Но еще ни разу крупные российские агентства не попадали в список стран, производящих лучшую мировую рекламу. Разве только Екатеринбург и Москва смогли занять 50-ю строчку рейтинга. К сожалению, такой рекламы в России не показывают. По телевизору такого я не видел. Сегодня был рад увидеть эту рекламу. То, что покажут по телеку, это совсем другое. Здесь каждый ролик – это мини-фильм, причем фильм как бы классного режиссера. Уссурийский показ коллекции ABC-шоу прошел впервые. Все билеты были проданы за несколько дней. Кстати, их цена в 3 раза меньше, чем в других городах. Первый раз на таком мероприятии. Все понравилось, вообще все супер. Все очень здорово, я первый раз на таком сейшене. Мне все очень нравится, очень классно. Мне очень понравилась программа, которую организовал Телемикс, потому что такое не увидишь по телевизору. И я очень довольна, то, что посетила это мероприятие, потому что здесь очень здорово, весело и оригинально. Все вообще супер. По многочисленным просьбам уссурийцев, которые не смогли купить билеты, телекомпания Телемикс рассматривает вариант проведения показа коллекции лучшей мировой рекламы в следующем году. Анна Маринец, Сергей Удовиченко, Телемикс.